Галерея «Алтай Талант Бийск» предлагает бийчанам посетить новую экспозицию. Она находится в арт-пространстве «Место встречи с искусством». Свои фотоработы, сделанные в разных странах мира, предоставила Алена Жукова. Сегодня у Алены Остаповны стоит геолокация Москва, но многие бийчане знают ее как журналиста, известного телевизионщика. Она продолжает работать в профессии. Почему я об этом говорю? Потому что это очень важно для понимания сюжета и концепции выставки. На выставке «Мир под ногами» представлено 50 фоторабот. Из Швейцарии, Америки, Кубы и не только. Алена Жукова много путешествует. Ей удалось побывать в 45 странах. Она увидела 600 городов. Основная цель экспозиции – показать красоту обыденных вещей, которые зачастую люди просто не замечают. Почему-то меня очень впечатлил листок, такой раскатанный машинами, шагами, потому что яркие и красивые листья мы снимаем все, да? А вот такую вот тень какую-то, да, эхо, какая-то вот мысль рождается на него глядя.